Я выиграю! Я выиграю! Нет, я выиграю! Нет, я выиграю! Нет, я выиграю! Не-не-не-не, я выиграю! Да, в общем, давай так, пускай нас зрители с тобой рассудят. Ребята, всем привет! И у нас сегодня с Red Cat'ом снова битва, челлендж, дома по цвету. Но только в этот раз у нас не 5 минут, а сколько? Давай 20, чтобы прям уже вот всю мебель вынести из дома. Да, ребят, у нас 20 минут. Мы сейчас с Red'ом покупаем 2 домика. Мы решили использовать дома-деревья. Давай, пошли, покупаем. У меня, как и у папы, дочки, нету такого дома. Видите, смотрите, пустенько. Сейчас мы только его покупаем. Да. Да, совершенно новая покупка. $800. Там... Капец, ладно. Да, всего $800. Всего, у меня 2600 всего денег. У меня, ребята, будет очень бюджетный ремонт в этой серии. О, слушай, я даже кое-что придумал. Смотри, давай мы сейчас друг другу поставим цвет, который друг другу назовем. Давай. Готов? А, кстати, мне интересно, почему именно в такие цвета он покрасил наши дома? Как он выбирает? Да, сейчас представляешь, твой красный Red Cat, а мой зеленый, потому что я зеленый. Это прикольно. Ну ладно, готов называть цвет? На счет 3. Давай, хорошо. 1, 2, 3. Красный! Зеленый! Я очень волнуюсь, получится у меня победить или нет, а ты мне помоги. Для этого подпишись на канал, если не подписан, и поставь лайк за 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Ну все, вроде я должен справиться. Опа! Прикольно, ладно, все. Перекрашиваю свой дом в красный цвет. Ты в красный, я в зеленый. Все, ребята, мы... Я должен буду делать все по красному цвету. А мне все зеленое. А все должен у меня все совпало. В зеленом стиле. Дом. Да, все. В зеленом стиле. На дереве стиле. И зеленый. Ну да. Что? Запускаем 20 минут и погнали. Сейчас. А потом, ребята, подожди. Ребята, вы... вот в прошлый раз, когда мы соревновались с Red Cat'ом, смотрите, как вы проголосовали. Да, обратите внимание, как вы отлично проголосовали. Да, суперски. Не хуже нужно проголосовать. В этот раз тоже вы будете определять, кто победитель. Голосование будет в конце видео. Так что не пропустите, смотрите до конца, а мы начинаем. Давай, на счет 3 запускаем таймер. 1, 2... Погнали! Так, главное дома не перепутать. Есть, у нас, ребят, всего 20 минут. 20 минут, 20 минут. Так, какой у меня там цвет? Зеленый, фух. Главное не перепутать. Зеленый, зеленый, да. Рэд, я, если что, тебе буду помогать, что делать. А то я сейчас будешь, знаешь, это, по старинке сейчас все быстренько красным сейчас украшу здесь. Да, мне, кстати, не перепутать, что мне... чуть не продал. Что надо все в красный цвет. Ребят, я сначала все перекрашиваю. Все, все, а спасибо. Потом как успею? Успею что-то новое поставить? Успею. Да, ты прям по моей стратегии. Не успею, значит, не успею. Так. О, классно, у меня 2 дерева зеленых. Прям как... Супер. Бонус. Уже, да? Да, зеленый. А у меня тубочка тут красная почти. Холодильник. Тыц-тыц-холодильник. Красный теперь уже. Духовка. Не красится, выбросил. Так. Че, ты духовку оставил или выбросил? Духовку, конечно, оставил. Как, я же, ты знаешь, я же поесть люблю, я без еды никак. Где я кушать буду готовить? А я все, что не перекрашивается, не хочу использовать. Ничего не знаю, ничего не знаю. Духовка святое. Красный цвет. Кому не отдам. Ну вот я в прошлый раз помню, ты кричал, что у меня дверь не перекрашена, при этом у тебя у самого было не перекрашено. Короче, я перекрасил. У меня одна была не перекрашена. Все, красная, у тебя две. Так, все. Эй, окошечко перекрасить не забудь. Все. Так. Вроде все. Точно, точно. Я помню, вот это тоже ты сказал в прошлый раз, что у меня не того цвета. Все. Теперь все того будет. Все красиво. А я тебе не говорю, не даю подсказку, чтобы ты не сделал. Ах ты какое. Злюка. Ну ладно. Ничего, мы все равно выиграем. Ладно, ребят, сказать Red Cat'у, что нужно еще перекрасить или нет? Ну, кто-то говорит да, да, Red. Короче, надо еще перекрасить окна, не забыл. Я уже перекрасил. А, ты уже перекрасил, ты не забыл, да? Я с этого и начал. Что, теперь начну...
у меня как бы давно все красное, но теперь я пытаюсь как-то это все расставить красиво. Там какой-то. У тебя тоже все красное, молодец. Да, видишь. У тебя, правда, должен быть зеленый цвет, но молодец, что все в красном делаешь. На всякий случай. Так, что ж мы сделаем? Сделаем что-нибудь такое. Например, мне нужно спарить. Он уже красный, подыгрывает мне это, Adobe Me подыгрывает, хочет, чтобы я победил. А, ты ж, шулер. Нифига себе. Ты договорился. Так, о, сейчас, ребят, сюрприз, разверну, и там какой цвет. Опа, красный, да. Так, ну что, тут вроде закончил, хоть одну комнату закончил, отлично. Так, побежал в следующую, давай. В смысле, ты уже целую комнату сделал? Да, называется ванна. Я уже целую комнату сделал. Ага, ты ванну всего лишь закончил, ну да. Обалдеть, просто фикс. Так, сюда поставим. Сюда. Так. Сюда. Так, отлично. Во. Прикольно. Здесь надо прибить. А, Где он? Ты все красное, прям все красное делаешь. Да, я все красное. Ужас. У меня прям все красное. У меня глаза уже кровят. В крови просто. Ты что такое говоришь? А я вот от зеленого у меня уже. Подмога, мне $20 подкинули только что. У меня уже нет на тик от зеленого, я уже смотреть на зеленый не могу. Куда ни посмотрю, все зеленое. Ужас какой-то. А где. Это что такое? О, точно! Я же должен где-то переодеваться. Вот, отлично. Вот здесь, ребята, у нас будет такая, типа, кухонки, наверное. Так, быстренько. Надо какой-то стул поставить, что ли. Сюда ставим. Пускай будет только розовый, ну, типа, красный. Он же подходит, да, как красный-розовый? Красно-розовый, да, идеально просто. Побольше розового делай, мы тебе засчитаем победу. Красно, жалко, это не перекрашивается, ну... Хотя бы какая-то глазурь, потому что я же не могу пончики оставить без глазури, правильно? Да можешь, я такие только ем. Сырые. Просто денег не хватает, наверное, да? Идеально, я уже привык. На вкус сначала кажется, что невкусно, а потом привыкаешь, очень классно. Неделька-две и привыкаешь. Уже хочется примерно такой. Никакой другой не хочется. Почему я стол не перекрасил? Я его перекрасил в красный. А, я его не так повернул, ребята. Вот. Ничего себе, я перепутал. Романтичности. Перенесем вот сюда. Ты еще романтикой там занимаешься, походу. Конечно, чтобы был романтический ужин, вообще красота. И вот этот фонарик тоже оттуда перенесем сюда, и будет вау просто. Так, вау, все. Ребят, смотрите, красное подсвечивается. Просто супер. Так, здесь тоже не хватает столика какого-нибудь.
цветного только. Можно перекрасить? Нет. Ред 3, 4 минуты, 4 минуты. Как? Было ж 10 недавно. Что поменялось? Я сам в шоке. Так, сколько там? 28 секунд. 28 секунд, 28 секунд, что делать? А-а-а, спасите, помогите. Я уже не знаю, что делать. Ну, вроде поесть есть, все есть. Ладно, ладно, ладно. Пати, что-нибудь из пати. Пати, какой пати еще? 13 секунд, 13 секунд. Все, выбегаем, давай. Выключаем, стоп. Все, заканчиваем, ладно, стоп, выход. Выход. Раунд. Фух. Yes, Red, мы это сделали. Наверное. А то у тебя будильник или что пикает? Это у тебя пикает. Все. Значит, все правильно. Вот это сейчас пикало, это 20 минут прошло. Все по-честному. Ровно 20 минут, ребята, да, все честно. Фу. Что, давай начнем, как всегда, с моего дома. Первый позориться буду. Давай. Да, конечно. У тебя в прошлый просто раз я знаю, очень все круто было. Я у тебя учусь высказывать критическим замечаниям, и потом могу спокойно в твоем доме их применять. Так что пойдем ко мне сначала. Ну давай, давай. Так, у тебя закрыто. Итак, похоже. Заходим. Ты мне закрыл дверь. Красный! Ты мне дверь закрыл. Заходи. Эй, так нечестно. Он сейчас там перекрашивает что-то, еще сидит. Открыл. Все, ребята, вы запомнили, да? У него было 5 секунд, он что-то поменял. Заходи. Ред, все. Такой типа, да не, все там открыто, заходи. Так, ну что, ничего себе хоромы ты сделал. Ну, Редкет должен оценить, он Редкет. У меня уже рябит в глазах, это первый минус. Второй минус, ребята, обратите внимание, на потолке ни одной люстры. Серьезно, да я ночью тут вообще до туалета не дойду. Без фонарика. Так, не, ну кухня, смотрите, шикарная. Кухня, мне нравится. Романтическое освещение у меня тут, смотри, опа. Я смотрю, ты знал, чем взять. Понял, что если Реду положить много еды, то он не будет на остальное все смотреть. Да, вот печка. Я уже взял пиццу, мне уже все нравится. Классный у тебя дом. Да не ешь сырой, Ред. А, что, опять надо что-то сделать? Я же все забываю, у меня же нету печки, она дорогая. Вот, все, сейчас тебе ее сделаю. Вот тумбочка красная, холодильник красный. Слушай, а дрова у тебя как горят вообще? В доме горят дрова? Это ж небезопасно. Где вытяжка? У тебя нет вытяжки. О, боже, сколько дыма. Это специальный камин. У меня уже специальный камин. Ред, не притворяйся, здесь нет дыма. Да, конечно, нет. Его здесь просто пончики не видно. Готовятся. Так, а это что у тебя? Ух ты, лавочка, можно посидеть, классно, красиво. Только она желтая. Да, можно, тебя не смущает, себя, что да. Она желтая по бокам? Она красная. По бокам она желтая. Красная, oh, no. Да, ладно, я запомнил это критическое высказывание. Смотри, окошко какое-то маленькое, тут влеплено как-то непонятно, что-то такое. Как-то некрасиво. Стандартное перекрашенное. Там просто красный закат. Ну ладно. Пойдем. Я смотрю, ты одну пиццу ешь. Дверь. Плиты у тебя нету. То, что ты любишь, красная дверь. Ты прям любишь двери перекрашенные, да. Смотри, ну тут все. Красная ванна. Подожди, ванна и. Ребята, в ванной нет ванны. Это вообще как? Ты чё? У меня душ. У меня все в душ ходят. У тебя в прошлой серии тоже все в душ ходили. Просто душ и ванны нет? Нет, ну зеркало, кстати, зеркало, респект. Красное зеркало, молодец. Да, помылся. Вот тут ты мне, вот ты в туалет сходил, да, такой, хоп, руки помыл такой. В зеркало посмотрелся и вышел, все. А этого нет. Полотенце. Так и ходишь, да, с мокрыми руками по квартире? Я обтряхиваю. Короче, ребята, все... Папа, дочки, все мокро, там не ходите, там лужи, он постоянно стряхивает, ходит и все. И вот. Ой, подожди, смотри, а у тебя вон какая-то. Заходи, шедевр. Тут шедевр. Да подожди, что-то. Шедевр. У тебя вон какая-то розовая штуковина. Ребята, он опять есть пошел. Там какая-то розовая штука. Я Реду квартиру показывал, как всегда есть бежит. Смотрите, какая красота. Телевизор. Слушай, телевизор да. У тебя какой-то не красный. Тут все какие-то полки, все вокруг разных цветов, как-то все аж глаза лепит. Нет, а здесь по-другому нельзя. Вот смотри, специально для тебя показываю. Хоп. Например, зеленый цвет, бац.
То есть все вот так будет. И вот мы специально в красный цвет. Крутяк, крутяк, ладно, подходит. А кровать-то красная, застеленная. Тут две кровати, так что бамс. Шикарно просто. Бамс, бамс, бамс. Кстати, ты столик поставил. Я в попыхах не нашел. Классный. Я тоже хотел книжку положить. Ну ладно. Так, здесь тоже, смотрите, ребята, люстры нету. Да. Он в темноте живет. Да что ты этим люстром прикопался? Ты какой-то этот, летучая мышь какая-то, вампирчик какой-то, без света. Все, да, у меня, ребята, здесь как минимум 10 баллов из 10. Можно только было в ванной, больше смотрите, поставить. У него какой-то плафончик несчастный, тот, который он снять забыл, наверное. Да потому что он белый. Вот, смотрите. А он перекрашивается? Ночь и все темно. Он не перекрашивается. Темно, только телевизоры подсвечивают. Если телевизор выключить, то все. Просто кромешная тьма. Это называется, не, а кто-то не знает, я сейчас подскажу, ребята, это называется это романтика. Не для романтика. Жизни. Погнали в твой дом. Ну что, посмотрим, ребят, что за дом у Редкета. Ну, о боже. В смысле? О боже, какой кошмар. Какая почему красота, у тебя все ты зеленое? Хотел сказать. Так, вот я хочу перекусить, ребят, но все, ребята, мне даже в холодильник доступа нету. Сделай ничего нету сам, вообще называется. Просто. Тут это кота, подожди. Из чего? Я скромно чего живу, сделать? У меня еды нету. У тебя принеси с собой называется. Я, у тебя да, не из чего я делать. Я еще не готовил. Зато у меня есть плита, в шкафчиках есть посуда. И что-то тут как-то пустовато здесь, пусто. Я люблю, когда люди тут танцуют, мы пати тут устраиваем. А то, что ты там заставил мебель, просто через все время идешь, спотыкаешься об свои диваны. Я смотрю, магнитофон у тебя тут стоит, где-то тут музыка играет. Да-да, ни одного магнитофона. В смысле? На мобильном телефоне? Ты чего? Какая музыка? Они просто сами себе напевают, да ля-ля-ля, танцуют. Смотри, какие светильники зелененькие, красивенькие. Просто идеальный свет, лаунж. Люстры, да, реально, люстры, да, они к месту, они к месту. Смотри, точечно подсвечивает, все так красиво. Ну, просто шикарно, что даже нечего говорить. Да, 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 5 баллов можно здесь. Смотри, ты говори, у тебя только душ, а у меня и ванна есть, понимаешь? И все, я успел за 20 минут поставить. Зеркало не вижу. В смысле зеркало? Зачем зеркало? Не вижу зеркало. У меня тут все красивые выходят. Вот я не вижу. На телефоне смотришь. Грязный, вот. Кто сейчас зеркало смотрит? В телефоне. Ладно. Ладно, пойдем. Посмотрим, что у тебя в комнате. Здесь посидеть красиво можно. Здесь везде, в принципе, не очень интересно. А смотри, сколько зелени. О боже, что ты натворил? Что я натворил? Что ты натворил? Что я натворил? Ну зачем ты телевизор так высоко поставил? Это как? Идеально, как посмотреть? Смотри, лежишь. Вот сел на диван и смотришь в бок. Во, классно. Лежишь. Смотри, как классно. Куда ты смотришь? Вот, Ред, ты лежишь и куда ты смотришь? Все идеально просто. Не в ту сторону. А то потом ходишь, как собачка, все время вниз смотришь. А так у тебя ты должен вверх смотреть. А так боком ходишь и все время в бок смотришь. Ну, согласись, так, ну, идеально, принципе... просто идеально. Смотри, даже ты присел, видишь, тебе захотелось посидеть в этой уютной комнатке. Да я устал просто. Посмотреть мой красивый телевизор. И ничего не находить тут интересного. Зелененький. О, солнце дали свет, смотри, как классно. Класс. Да, мне, честно, зеленый цвет, да, прикольно. Да. Я думаю, ты тут как дома себя чувствуешь в своем любимом зеленом свете. Да, я себя тут чувствую как гостя. Ну, да. Здесь я просто хотел что-то строить, как обычно. Мне надо было здесь отделить кухню. Тут, короче, вот здесь вот перегородка должна быть. Но за 20 минут опа, все это... Опа, ребята, я кое-что вспомнил. Да. У Red Cat в домах всегда раздельный санузел. Я забыл, здесь совместное или раздельное? Когда еще строить? Ты что, прикалываешься? О, Red, ты чего не разделил? У тебя же там... Ну, так это аж времени нет, это же время все. Только в туалет и строил бы сидел. У тебя целых 20 минут было, ну, Рэд. А сейчас, чё, ребята, сейчас смотрите. Сейчас просто 12 из 10 баллов просто. Вот смотрите, знаете за что? Ладно, пойдем. Нет, ладно, нет, стой, пойдем, стой, куда пошел? Вернись, я тебе что, не показал. Что? Топ, просто вот топ. Топ? Ладно, захожу обратно. То, что ты не сделал. Смотри что на эту дверь, чувак. Она не белая, она зеленая. Я понял. Съел? Ребята, это обычная дверь. Обычная да дверь. Да не обычная, она зеленая. У меня нет вот этой страшной белой стандартной двери. Вот смотрите, двери. Вот этот косяк он выдернул.
поставил вот здесь и разукрасил ее. А дверь спрятана за этой дверью. Что там не спрятано? Смотрите. Там красиво, вот, видишь, вот, все стоит. Смотрите, вот, вот, ребята. Там все красиво стоит. Ребят, на самом деле мы с Редкетом так вот спорим шутку, потому что чтобы нам было весело. А оценивать дома будете вы. Вот сейчас сверху появилось голосование. Срочно тыкайте, какой домом, дом вам понравился больше. Дом папы, дочери, геймс! Редкет самый лучший! Или два дома вместе. Или, ну и там будет такое голосование, что не понравился никакой. Ну, вообще, ябалбес. Да что вы тут настроили, да? Не могли нормальных строителей позвать. У вас было 20 минут, а вы какую-то ерунду. Ну, кстати. Подожди. Вот давай подожди, так посмотрим. Подожди, мы еще, домой прийти можем? Мы еще кое-что не сделали традиционно. Мы не продали домики, не посмотрели, сколько они стоят. А, ну потом продадим. Давай, да. Вот мы можем прийти домой? Можем. Да. Поесть там можем? Можем. Поспать можем? Можем. Помыться можем? Можем. Гостей можем? Все. Ребят, короче, мы 20 выполнили. Минут нам хватило, чтобы поиграть по челленджу и все круто построить. Вы голосуете. Да, вообще вдумайтесь, 20 минут, чтобы все это построить. Это просто мега скорость. Да, мега скорость. Мы супер мега крутые, вау. Мы супер гастарбайтеры. Ладно, пошли продавать, посмотрим, что там. Давай. Продаем, ребята, и нам дают 2620 баксов, вау. Не фин ты себе. Сколько? Подожди. 1349. Ту-ду-ду-ду. Ребята, ребята, понимаете, в нашем мире ничего не ценят. А вот вы, настоящие зрители, оцените мой дом. Подостались. Да. Ну все, ребята, голосуйте. А с вами, да, если вы хотите продолжение челлендж по цвету между Red Cat и папой и дочками, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И с вами сегодня был папа дочки и Red Cat. Спасибо, что смотрели. Всем пока-пока. Всем пока.